Зон такой кринжоватый, бля. Кто? Зон, говорю, кринжоватый. Где? В Dragon Ball. Dragon Ball? Как вы знали, этот музон был всегда. Всю жизнь мы играли с этим музоном. Не, не играли. Ты какой-то шизан, походу. Нет, реально как какой-то. Просто сапнул тьму или чё, блядь? Или это рандом такой? Я рандом музон. Ну так, блядь. Как мы можем играть всегда с этим музоном, если у тебя выбран рандом, долбоёб? Так у тебя не рандом. Ты вообще слышишь, что ты говоришь, долбоёб? О, я же Петя нажал, видел, бля, у тебя в чёлку ударил. Мне кажется, ничего ты не жал. Бух, вот реально, вот, в детстве уронил. Посадник. На экранце какие-то для обезьян сделали, вот, по типу качки, и что можно уйти. Иза. Читая Иза. Конечно, это любой чар может запанишить, по сути. Вот Ямча не может. Да, Ямча вообще ничего не может, да. Ямча не может законтрить 2-3-6 бардока, если что. Не может качать. Ну какое там ЖЦ, дебил. О, охуенно, ЖПЦ не попало, 2Б не попало, блин. Может мне вообще ничего не жаль, блин. Ну, короче, чарик говно, нормально. Что, качка тебе нравится? Блин, да, мне охуенно. Да лучше, чем, блядь, мелкач. Да, с галками разворачиваемся. И ассистами, которые развесят прям. О, понимаю. Воу, воу. У тебя первый удар. У тебя первый удар делки вифнул просто, а второй я перебил. Ну кидбу волосик, потому что. Какой-то кринж запросил. Бля, я думал, так можно. А, да, все равно бы не зафрагал. Найс, не заблочит по столу, как тэкнешься. Не сапер играл. Игра для видео. Что ты делаешь, дебил? Я не могу почему-то просто на чай не больше. Ну не качка. Потому что у тебя пальцы не успевают блок переставить. Да. Ну я реакшу, а пальцы не. А, ну сори, да. Ну блин, ты тупо дебил. Это качка рекавери все было. Да, это было рекавери, именно. Ну. А ты хотел, чтобы. А ты хотел, чтобы рекавери не было, да? Идеал к Гоку, в принципе, мба. Почему? Почему? Я не могу перебить. ЖЦ на фул экран бьет, но качка обязательно не. Воу. Блять, как ты столько маны получил, пиздец? Это я твоего чарика, по-моему, чуть не убил, не? Как ты столько маны получил? Это ж пиздец какой-то. Мана скелится. Получение маны скелится отличного скилла, как. Найс. Я не вижу тебя, качка, почему? Почему камера прикреплена ко мне? Я не вижу твоего чарика. Я сейчас просто играть не умею. Раз он орёт, так кончил. Смотри, качка, я тебя убью сейчас. Наш чарик. То есть ты выиграл, потому что я чарик, а не... Когда он, короче, выиграл. Ещё будешь рассказывать... Бля, чувак... ЛОЛ! ЛОЛ! Я блинканулся! Я блинканулся, короче! В могилу блинканулся, я понял. Бля, надо было пробел жать, я не думал, что... Мой блинк родной... Медленнее блинка пробельного.
Так мне бы чар бы развернулся. Кашка, это аккаунт стартинг, не зал 10 игр, и ты решил сейчас его закончить. Ты что-то не мэш. Просто слишком изи качка, и пять даже мэш не занял. Он при этом чувак слабый. С качками слишком изи, просто невыносимо легко играть. Я не вижу себя. Смотри, не вижу своего чарика качества. Ты слепой. Ну что, игра говно и камера прикреплена. Так игра, а почему в файтинге я вижу либо только себя, либо только тебя, когда кто-то в воздухе? Блин, вы тупо камбэкнул просто в конце один... Микро мисплей, короче. А я выживу, кстати. Не выживешь. Я выживу. Ты же столько играешь в бегонбол и даже не знаешь, когда человек выживет и когда нет. Да, ну давай посмотрим. Изи катка. Там здесь тихо по... Изи катка и один в три камбэк. Ну сложно, наверное, на Гоку один в три камбэк. Еще на Ямче, да, давай будем. Ты просто мэшу. Ты просто мэшил и не влосил, и я поэтому и камбэк. Че ты не шутишь, как дебил шилк там? Я не знаю, когда он играет. Когда он играет. Не замешил ни шилк, ни вверх, ни так. Я понимаю. Ну, я поддаюсь скачкой, я согласен. Блин, что-то несправедливо сейчас произошло. Скачка даже с ассистом не умеет комбить, ему надо обязательно ману потерять. Скачка реально мусор. Мне на своей камешке братский сделали. Скачка, я просто выиграл слишком много игр, неохота даже. То ты опять не будешь. Можно не выйти. Бля, слишком это, аж неловко выйдет уже. Вол. Почему нельзя просто встать, бля? Почему я вообще, бля, встал, блядь? Анти-мэшинский сетап называешь? Блядь, а у меня чарик просто сам встал, бля. Понимаешь, если бы в Dragon Ball можно было полежать, я бы полежал бы. Полежи в могиле. Бля, а чё мне делать без денег, бля? Достать хуй. Или тренировать качку. Просто качку. Качка сейчас горела, видишь? Качка наиграл. Доку, блядь. Ну вот так вот. Вот, мэс 20. У тебя никогда такого, мне кажется, не было. Да вот. О, моя делка, конечно же, перебивается. Я ж не какой-то Гоку или Бардак, правильно? А что ты наш там? Ну ты же спрашивал про имбу, блядь, типа, откуда я знаю, что это имба? Про ассист, про ассист. Мы все ассист. Я говорил про ассист скидбу. Ты говорил, что ну, я ассист скидбу имба. Ну и а что? А я сказал, что у всех чайков есть такой ассист. Да. Так получается, все чарики одинаковые, что ли, да? Так получается, что ли? Ну, он работает по одной структуре. Ну... Ну почему-то Goku Black имеет Wall Bounce, блять, да. Ну почему-то... Goku Black? Не Goku Black, а просто Goku имеет Wall Bounce. На обычном ассисте. Ну, нормально. Нормально. Ну, это... Нормально. Это из-за комбэк, кстати. Ну, точно. Ну... У всех одинаковые возможности, там структура одна.
говорил. Да. Я говорю про процессист только и все. А, ну да, ну да. Все, быстро отмазался. Пизда, чёрт. Чё по камбэку, животное? Так ты меня заговорил просто. Я слишком много... Ты меня отвлекал, так бы тебя вывел. Да? Я слишком много игр просто уже камбэкнул, кажется. Кстати, подается, кажется, что ты настроение тебе пытаешься поднять, знаешь. Ну, вообще нет. Я конечно, только за, но не сейчас. Ого, нормально, да? Структура одинаковая, в принципе, да. Ты бы, конечно, вырвал фразу из кайфа. Ну, структура одинакова. Правда, в глотке. Да? Реактор был грабок. Ну, тут структура одинаковая, опять же. Ты просто дебил. Зеленая аука качка. О. У нас... за то, что... ты... ну, структура одинаковая, да. За то, что ты дропнул, тебя поощрила игра. Структура одинаковая. Ты видел, где меня ассист твой ударил? Структура ты там. Одинаковая. Структура одинаковая, блядь. Структура одинаковая. Просто нажал ассист, который был баунсик, блядь. Да, в принципе, одинаковая. Да. Тима урода. Даже Чарика не может убить, бля. Я так. Что? Качка, ты видел? Первый. На коробки. Тупо ударил пустоту. Ну, понимаю. О, хорошо. Я смотрелся в видосах на YouTube. Я выиграл это, кстати. Наверное. Без стараться. Мне качка, ты реально дебил. Просто выиграл фразу из контекста. Изи катк. О, ну да, ну да. Какой-то там я 5С нажал, да? Какой-то. Да? Закачка стареешь, подачу. Чё, блядь? Чё, блядь? Там же супер летят. Мэйни. Качка, ход это изи 3 в 0. Жизнь за откидываем. Качка, нахуй. Ладно, это изи 2 в 0 тогда. Да все, заблочился. Потому что чариков не видно иногда. Чарик просто пропадает с экрана. Пропадает. Качка посмеется. Ты не спал, качка может... Лол, Эдвап нажал? Ты видел? Эдвап... Ой, хоть не убил качку, я запустил. Блять, просто чувак ходит с гранатометом, блять, убивает людей. Не спрягай, я качка не добил. Качка. О, я качку не добил, но хп я сейчас. Мы все зоны проебали. Да не, нахуй я ливаю. Заебала эта ебанутая тьма, блять, которая ничего не делает. Кунский выиграл, я пошел. До свидания, 1 в 3, камбэк, изи. Я тебя выиграл, я учись, тебя выиграл, я учись выиграл, играть. Вы просто ты меня отвлекаешь, начал ныть. Изи камбэк, 1 в 3, блядь. Просто там, я не докомбил. Блядь, хп на харчок осталось, блядь, изи камбэк. Я тупо не докомбил, потому что я ой, пошли начал отмазать. Ныть и своим... И своим нытьём мне зубы ой, заговорил, пошли, и я не докомбил. Да, да. Я не докомбил, супер не в том порядке. Качка, реально, можешь только так и выигрывать только. Ой. Да, давай, да, давай. Паной, давай. Да ты мной сбил. 24 на 7, просто нереальный качка был. Ты как был... Что делать? Я качка.
О, нормально. О, пиздец. Файтинг где-то не твое, а то вот так вот 0-3 всирать. О, подсос качки пришел. Подсос качки пришел. Если качка не пойдет, значит я не пойду. Качка расчехла. Понимаю. Ну и как? Что там по IQ, блядь, Регесси рассказывает? Ну, у тебя, конечно, маленький, у меня такой же. Нет. 66. Знаешь, ну, в принципе, делал ты имба. Даже не нажалось. Это Макдота, он бы просто бы развернулся бы и ударил. Пикачка, ну вот лишь бы помнить. Ну, то, какие шучарики вокруг сильные, а вот бедные качки на бардоке. Ну, у меня, да, один бардок, еще дальше, да. Проще нечем играть, да? Да? Ну найс, отекнулся, я даже блочить не могу. Непонятно с какой стороны. Это делал как раз. А я не отекнулся, понимаешь? Найс, вы... Понимаешь? Качка, ты реально бил. Кидбу не может в 2-1-4-А бардока мешать, потому что у него такая короткая диалка, что там типа не так. Такая же короткая, как твой хуй, походу, да? Лучше врать не открывай вообще. Хуёвая идеалка по ТВ, блядь. Антимешерский сетап, я это называю. У меня зайки земляки, поэтому тимеш я узнал. Игра реально для Чё по победкам, кстати? Игра для баунов нельзя за экземик, я не раз. Один раз я нажал жрак, и стана не хватило, и у меня контакт-хит почему-то. Второй раз я нажимаю ЖЦ, и ты просто шил. Реально игра до таких дебилов, как таких качеств, для кого там не создавалось. Типа... Канцелы для обезьян, вот, ну, тоже такие покачки, чтоб можно было ничего не заблочить. Вот это хейт, бля. Не заблочить, просто, не заблочить. Бля. Ты реально дебил. Я тебе советую удалить все фазы, да. Больше в них не играть. О. Хороший совет, кто-то. Меня лавл и три не замешь. Я качка реально дебил. Качка реально 2 года психологического возраста. Изи, блядь. Ты дебил реально, качка. А, нет. Изи, блядь. Да, да. Качка я даже не играл. Да? Игр 10 я даже не играл. Финиш! Ну сейчас постри свой винрейт, чудовище. Ну давай, посмотрим. Ну я по дефолту у тебя выигрываю 75%, давай. Где это, батон? Ну я на днях выиграл 160. Ну смотри, да, я выиграл 10 раз, ты выиграл 4 раз. Ну сейчас качка, мне на корректировку в тиме. Вот мне осталось, короче, еще 2 раза выиграть. И тебе пизда. Все слился, да. Так я не могу, я не могу играть, я не знаю, конфиг, не знаю, хит конфиг. Типа удары,
удары. Я понял, все, давай, давай. Ау, ау. Сосать, бомж. Подкачка, ты конченый. Сосать, бомжара. Удали все файтинги, Кать. Настя. Ой, блин. Дебилёнок, тупо дебилёнок. Чё по мешу, кстати? Так ты мешишь, я не мешу, я... Не за зайки. Ты тактически мешишь, я понял. Да ты конченый, Кать. Реально, удали этот бомб. Ок. Удалишь? Некста выкрыл. Просто имча быстро нахилил. Я просто имча быстро нахилил. Просто даже на имбах не можешь. Нормально придумал. Просто страшно мэш. Ты тупо самый страшный мэш. Найсик изяма. Изи катка. Найсик изяма, Кач. Изи. Здоров, истинно, человек, я просто... Ты выиграй, ты давай выиграй сначала, окей? Я просто нашу левел 3 на Гоку, и ты говоришь изи. Изи. Это диагноз, конечно, не лечится такой. Ты чё на регис? Печёный регис, блядь. Сейдеры прям... Катя тут прям плакал, Сейдер, ты бы видел. Стрики, как он горит. Так и было. Один в один. Дебильно, что это? Я не вижу своего шарика. Я не могу понять, что... Где мой шарик? А что я делаю? А что мой шарик делает? Как оно будет знать? До свидания. До свидания. Я походу шарик просто взял на земле. А что мне шарик делает? Мешал диалку на земле, я тебя просто отпиздил. А я... Нет, я ничего не делал. Я ничего не делал. Я не знал, что я делал. В том-то и делал. Я жму кнопки, а я шарика своего не вижу. Я жму супер дэф. А что мне шарик делает? Где мой шарик? Гесси, это всего лишь игра. А где мой шарик? Я не понимаю. Почему камера закреплена за одним игроком, который в воздухе какой-то? А я не так понимаю. Тебе и надо. Почему? А почему я своего чайника не вижу? Ты слышишь Сейбер, да? А почему я чайник? Я слышу, блядь, как у него выгорает, мам. Там чувак так горит, блядь, что сейчас, блядь, будет... Это такой оргазм, блядь, это пиздец. А почему? Почему я чайника своего не вижу? Почему? 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 Сейбер, скажи мне... мусор. Скажи мне, пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что ты... Закрой. А чем смысл, Сейбер? Закрой ебало, блядь. А чем смысл, что я не вижу чайника своего? Я не вижу чайника своего почему-то. Качка в воздухе, а я... Он, короче, рассказывал, он машет диалку и жмет эти ассисты. Я эти ассисты диалку всегда убиваю. И он, а короче, ноет на то, что я контру его мэш. Качка, откуда ты знаешь, что я жал, если ты меня не видишь? Ты не видишь моего чарика. Откуда ты знаешь, что я жал? И я не знаю, что... Я нажимал супер дэш, у меня чарик ничего не делал. Да, как же у него горит, блядь. Блядь, ёбаный в рот. Чё по балансу? Учись играть просто реально. Да побачи мне, курва. Я качка реально, тебе надо сделать его ботанин. Как минимум. Это еще таких реально. Ну, я уже ой, чё это? Предлагал тебе вариант. Я тебе предлагал вариант удалиться файтинг. Пусть не обидь, качка, ты не бей меня. Качка, не бей. Качка, отпизди его, блядь. Отпизди его, как собака. Я вот душу как щеняру. А, как щеняру, щеняру, которая... Просто, блядь, знаешь, как котят, блядь, душат, когда топят нахуй. Бля, качка, а так стояровки реально, дебил какой-то. Я так тебя рофлю, бля, качка. Я так тебя рофлю, бля. Ты реально, качка, дебил. Да щек, не тушитель, блядь. Я все равно выиграю, мне может даже просто... Я АФК встану на минуту, я приду и все равно выиграю тем, что... Ну, на изи. Я решу у тебя поддаться просто, но не трудно. Поддаться решил. Если так сильно... Настолько поддаться решил, что слился только один в три, блядь. Конечно, если так сильно хочешь победить, то мне как бы, ну, не трудно, я вот могу. И реально, если ты вот прям без победы жить не можешь, то вот, мне не трудно, в принципе. Можешь меня убивать, я особо сопротивляться не буду. Что ты там говорил?
Я говорю, я играть не стараюсь. А, понятно. Ты же выиграть хочешь, качка, мне трудно поддаться. Да без проблем, да. Да чего не стоит, качка? Чтоб тебя порадовать, чтоб ты... Пиздец, посмотри на это. О, нормально. Я качка. Да качка, чё ты там вообще... Ты лучше бы рот не открывал. О, блядь, пакет. Ну, блядь, Настя, если придешь, нельзя нажать. В чём смысл вообще? Качка, да, тебя косплеил, если ты не понял. Вдруг ты не понял? То есть ты, походу, не понял. Я на качку вот смотришь на тебя и неловко как-то становится. Ой, бля. Че ж ты ему сливаешь тогда? Да, кстати, что ты сливаешь? Да, рофлю. А, рофлю. Да ты тоже рофлишь, да? Получается. Я смотрю, жизнь от тобой уже порофлила, бля. Ну не знаю, тут осы и ада бочи, типа, сделали. Сделали, конечно, нормально. Сделали вообще неплохо, в принципе. А, блядь, сука, пизда. Мне такие методы. Че пизда. Не, вообще, блядь. Блядь, какие дауны умирают, блядь, пиздец. Я, в принципе, не понял. 3-0, как обычно. Да, как обычно. Я уже скучно. Я столько жду, повтори. Да, бля. Я что, повтори запись стрима, я так тебя... Я так тебя унижал, Качка. Я так тебя унижал, Качка, что ты будешь брать, не открывал. Просто, Сэйди, повтори запись стрима, я там Качку, либо ты... Изи. Изи. Ой, Изи. Опа, пизда. У Регис так сгрелся, он чисто. У Региси, кстати, у тебя да, тоже блядь, недавно в прицепе был припадок такой, тоже нормальный. Изи. У меня скрепл какая-то того, что я сейчас в рейде сижу с двумя даунами, которые умирают по КД. Изи. Изи. Что-то Гесси уже сдулся, бля, ничего не может сделать. Я нажал из кнопки. Изи. Изи. Давай. Один в один, нахуй. Воо. Качка, ты умираешь? Это первый раз такое происходит, слышишь? Ругись, мне кажется, тебе пора в дурку, блядь. Обратно, блядь. Короче.
Нет! Нет! Извините. Кстати, я всю игру выиграл, и ты у тебя в итоге один лоу хп-чар просто идиот. Я уже не знаю. Я не знаю даже, что тебе сказать, я лучше промолчу, бля. Я реплей сохранил. Что ты сейчас заплачешь, бля? Я потому что я реплей сохранил. Я просто плачу. Сосиса! Чувак, ты хотел выиграть, короче, я ему в конце обломал кайф. О, нифига себе. Бля, что за хуйня, блядь? Ренеси, с тобой все окей. У него обыскала нет. Ой, бля. Это реально ловушка обезьяны, бля. Короче, Регеси, это Грит Эйп, это Озару, короче, из Драгонбола, бля. Бля, что за хуйня? Обезьяна, на, реально, блядь. Сука, так кринжно. Вы, пацаны, повнимательнее, а то вырвется наружу, дьявол. Нормально. Дипломированный экзорцист здесь. Лол, что это, блядь? Изи, изи. Я сейчас сохраню реплей и потом покажу своим внукам. Даже с грабом, кто, блядь, мог вообще это придумать, блядь? Так, теперь смотрим, блядь, на скорскрин, блядь. Тихо, кач. Так, я выиграл 21 раз, а ты выиграл 6 раз. Ну, в принципе, 75%. Я выиграл. В принципе, да. Качка, го пару игр. Не, иди нахуй. Качка. Вообще, герой должен с этим, блять, с Машем играть. Качка слился. Я его выиграл, и он так заплакал. Граб с душем. Что делать?